Есть у нас рояль и саксофон. Громкоговорители четыре. И за каждой дверью патефон. У меня есть тоже патефончик, только я его не завожу, потому что он меня прикончит. Я с ума от музыки схожу. Черная стрелка проходит циферблат. Быстро, как белка, колесики спешат. Скачут минуты среди заводных дел. И тут, и тут, и тут, и тут, и месяц пролетел. И тут, и тут, и тут, и тут, и месяц пролетел. Жил-был на Подоле гоп со смыком, славился своим басистым криком. Глотка была приздорова, и мычал он, как корова, а врагов имел миллион со стыком. Глотка была приздорова, и мычал он, как корова, а врагов имел миллион со стыком. Вот так, эй! Ой, лимончики, вы мои лимончики, вы растете на моем балкончике. Ой, лимончики, вы мои лимончики, вы растете на моем балкончике. Разгорелся наш утюг. Ты влюбился, промахнулся, встретил дамочку не ту. Огорчился, оглянулся и увидел красоту. Тюх, 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 тюх. Разгорелся наш утюг. Каждый может ошибиться, от любви мы мучимся. Ведь не даром говорится, на ошибках учимся. У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так кипит страсть наша. Смеется месяц весело в окно. Смеется Маша, чай не наливает, узор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, не куску чая пить будем до утра. Вести? Давно я дома не была. 15 дней, как я в отъезде. Ну как идут у нас дела? Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так, ерунда, пустое дело. Кобыла ваша околела. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо.
Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Спасибо, сердце, что ты умеешь так. Здравствуйте, дамы и господа! Этой весной хит-парад «Шансон года» возвращается на «Шансон ТВ». Каждую последнюю пятницу месяца мы, Аня Каверина и Артем Демин, будем отбирать дюжину лучших артистов шансона, за которых вы голосуете на сайте шансон.тв и с помощью смс-сообщений на номер 5303. Самые свежие новости из жизни артистов, новые альбомы, клипы и ваши любимые песни – все это в хит-параде «Шансон года» на «Шансон ТВ». Смотрите теперь нас каждую последнюю пятницу месяца и будьте в курсе музыкальных событий. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест. Радио «Шансон» и телеканал «Шансон ТВ» представляют проект «130. Продолжение». 6 мая Сергей Куприк приглашает друзей в дом Высоцкого на Таганке. Песни из нового сольного альбома «Лебедь белый» посвящается всем, кто скучает по живому шансону. Заказ билетов по телефону 8-495-639-54-54. Я вернусь, а сейчас мне уйти суждено.